Добрый день, подписчики и гости канала. Продолжаем серию видео по рыбам-монстрам. И сейчас на очереди у нас Хариос-боец, который обитает на реке Тибр. Для поимки этого монстра необходимо сначала выполнить миссию леска из волокон темного роголиста, по условиям которого нужно поймать 5 темных роголистов. Для этих целей заходим на локацию «Рай для поплавка и фидера». И зайдя на локацию, поворачиваемся направо и бежим за плотину. Обойдя плотину, мы заходим на островки небольшие и делаем заброс на саму плотину, сюда вот на угол. Отсюда вот очень быстро мы поймаем роголисты. Можно ловить донкой снастью, можно ловить спиннингом с колебающимися блеснами. Они хорошо ловятся, и после того, как поймали, можно приступать к ловле самого монстра. Перед ловлей монстра нужно собрать себе снасти, чтобы она максимально подходила под нужные параметры. Леска, которая нам дается для ловли монстра, это волокно темного роголиста на 2,7 кг рассчитанное. Соответственно, под это все подбираем катушку на 2,9 кг или на 2,6 кг. То есть это может быть Inspira Cast 3000 или Callisto XS 1400, которая будет тоже на 2,6 кг идти. На этой катушке можно ловить на предпоследнем делении, на этой катушке можно будет полностью замыкать на все деления. Выбрав нужную катушку, поставил нашу леску, ставил узкую блесну опал, крючочек 1.0, и отправляемся на локацию Скалистый Тибр. Зайдя на локацию, поворачиваемся вправо и бежим к камням. Бежав до камней, мы видим нашу меточку. Сейчас ее посмотрим. Меточка на Хариус бойца идет по координатам минус 905 на 111. Тут приходит наш великолепный монстр. Делаем заброс, ведем ступенечкой на второй скорости по дну, пол воды. Он очень быстро клюнет. Сделав заброс на нашу меточку, ведем проводочку к берегу. И где-то в районе вот камней тут, может даже чуть дальше, будет идти поклевочка нашего монстра. Достается он очень легко. Рыбка хоть и сопротивляется, но сильных проблем нам не доставляет. Дальше будет идти небольшая нарезочка, как ловился сам наш монстр. А на этом все. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в Discord. Но самое главное, приходите на стримы, играйте и наслаждайтесь. До новых встреч. Всего вам самого лучшего.